Вот эта вот красотка у меня заболела мученистым червецом. Сейчас я вам покажу, вот она. И сегодня я буду обрабатывать уже очень серьезным препаратом, который называется Актара. И добавлю немножко Эпин Экстра. Я хорошенько высушила растение для того, чтобы корни хорошо впитали раствор. Я убираю все камушки и рабочим раствором заливаю горшочек. Я очень не хотела расставаться с такими красивыми цветами. Вот эти вот гады именно цветочки любят больше всего. А камни на всякий случай я прокипятила. Цветонос ошпарила кипятком. Упаковала цветонос в мешок и выбросила в мусорную ведро. Прошло полчаса. Часть препарата я разместила в пульверизатор и сейчас обильно опрыскаю все зеленые части растений. Орхидею я помещаю в чистое кашпо и оставляю. Через 10 дней обработку нужно повторить.